Что делать, если у вас дома есть аквариумные рыбки и предстоит обработка от клопов либо от тараканов? Итак, смотрите, необходимо, во-первых, отключить систему фильтрации, то есть подачи воздуха, чтобы не было засоса, особенно если будет обработка производиться холодным туманом. Ну и также накрыть чем-нибудь. Вот тот вариант, который я вам показал, это идеальный вариант. Смотрите, здесь полиэтиленовый пакет от подушек, он очень плотный и герметичный. Поэтому если вы вот так закроете аквариум, то ваши рыбки не погибнут. Но можно это сделать и каким-то другим полиэтиленовым пакетом. Смотрите, обработка здесь уже закончена. И рыбки плавают живые, здоровые и невредимые. Дмитрий, компания Мирдес.